хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого наилучшего, удачи. Это вам от городского ГАИ. Появление полицейского Дед Мороза и Снегурочки на дороге города удивило как водителей, так и прохожих. Некоторые автомобилисты даже не сразу реагировали на жезл инспектора ГАИ в обличии новогоднего героя. Но все же, опомнившись, останавливались. Сегодня мы поднимали настроение водителям, желали им безопасных дорог, не нарушать правила дорожного движения. Все они соглашались с этим, за это получали скромные подарочки. Обереги, которые своими руками делали дети со всего Приморского края. Обладатели таких подарков признали, что сувениры обязательно повесят в автомобилях на удачу. Я человек суеверный, потому что в возрасте, поэтому я обязательно найду ему хорошее место и повешу. Было неожиданно, в первую очередь очень неожиданно. Ну и приятно, конечно. Ну вообще-то не ожидал, очень, конечно, было приятно, что Дед Мороз. Поэтому это очень обрадовало. Лучше пускай нас всегда останавливает только Дед Мороз. С Новым годом Дед Мороз и Снегурочка поздравляли всех водителей без исключения. Ведь на вопрос, как вы себя вели в течение года, автомобилисты без лишней скромности отвечали, что вели себя хорошо, правила дорожного движения не нарушали. Судя по нашим последним снегопадам, все-таки дорожно-транспортных происшествий становится меньше. То есть люди задумываются, например, выезжать ли на дорогу в такую непогоду. Как-то раньше такого не было. Раньше было намного больше дорожно-транспортных происшествий, почти что вдвое. Всех жителей города Владивостока, также автомобилистов поздравляем со Снегурочкой, с наступающим Новым годом. Желаем водителям транспортных средств не нарушать правила дорожного движения, соблюдать их, быть очень корректными, вежливыми на дорогах. Алина Черненко, Станислав Лазебный, новости на восьмом.